Всем привет! Меня зовут Кэт, и вы смотрите Puzzle English. Сегодня мы с вами посмотрим на английский язык в его естественной среде. Будем читать журнальные заголовки популярного в Британии таблоида The Sun. Там тебе и сленг, и игра слов, так что устраивайтесь поудобнее. Поехали! Bieber EXA shares first photos of gruesome injuries after a fan hit her in the head with a phone on stage during concert. Bieber EXA поделилась фотками ужасных повреждений после того, как фанат швырнул в нее телефоном во время выступления на сцене. Ужасная история. Фанат запустил телефоном в голову Bieber EXA. Здесь нас интересуют слова gruesome, зверский, ужасающий. Injury – это повреждение, рана. Bieber EXA has updated fans with photos of her injuries after being rushed to hospital yesterday evening. To be rushed – это когда тебя быстро, поспешно куда-то везут, несут, то есть ее поспешно увезли в больницу. Обратите внимание на грамматику. Все в настоящем времени, и многие вспомогательные элементы, такие как артикль, например, опускаются, особенно в заголовках, это с целью экономии времени. Kourtney Kardashian shows off baby bump in see-through top in first photos after announcing pregnancy with Travis Barker. Kourtney Kardashian похвасталась своим животиком в прозрачном топе на фотке, сделанной сразу после того, как она объявила о своей беременности. To show off – это показывать с гордостью. Хвастаться чем-то. Baby bump – это животик беременной женщины, если дословно, переводится как бугорок с малышом. See-through – слово говорит само за себя, видеть сквозь, то есть see-through top или see-through dress – это прозрачное платье или топ. To announce – объявлять о чем-то. Twin City inside Kim Cattrall's show Glamorous and how it's taking on Sex and the City sequel amid feud with Sarah Jessica Parker. Take on something. В данном контексте, а контекст очень важен, как вы знаете, для перевода, я бы перевела как соревноваться, состязаться с кем-то. Feud – классное слово, это вражда, которая продолжается уже много лет. Family feud, например, то есть в семье вот эта вот вражда. Люди друг с другом не ладят, допустим. Amid часто встречается в статьях, в заголовках. Это среди, посреди чего-то. И заголовок переведем так. Город-близнец. Я думаю, здесь игра слов на Sex and the City. Они сделали Twin City. Что происходит внутри шоу Ким Кэтрелл, гламурный, так называется шоу, и как оно противостоит, или да, как оно соревнуется с сиквелом «Секса в большом городе» с учетом давней вражды с Сарой Джессикой Паркер. The long-running feud between Kim Cattrall and her former Sex and the City co-stars is set to be reignited as she launches an eerily similar show. Много классных слов здесь. Reignited – это снова разгореться. To launch – это запустить что-то. Ракету, сериал, компанию. Eerily – это наречие от прилагательного eerie, что значит пугающий, жутковатый. То есть переводим так. Долгоиграющая вражда между Ким Кэтрелл и ее бывшими коллегами по сексу в большом городе is set to be reignited, то есть неизбежно разгорится снова из-за того, что она запускает до жути похожее шоу. То есть этот Glamorous и сиквел Sex and the City такие близнецы, поэтому они сделали заголовок Twin City. Все слышали историю про злополучный батискаф, который затонул, плыл к Титанику, на нем было 5 миллиардеров. Вот статья про это как раз. Doomed Descent. Moment Titanic sub began its descent was filmed by crew member on safety vessel as search enters final hours. To be doomed – это быть обреченным. Descent – это спуск или спускаться, может быть как существительным, так и глаголом. Есть ascend – подниматься наверх, descent – спускаться вниз. То есть doomed descent – обреченное погружение. Vessel – это судно, то есть переводим так. Момент, когда субмарина, идущая на Титаник, начала погружение, был заснят на видео членом команды спасательного судна. Поиски тем временем подходят к завершению. A haunting video shows the last known sighting of the Titan vessel before it disappeared into the depths
of the ocean with 5 crew on board. Haunting – классное слово. Это что-то, что остается в памяти, то, что трудно забыть, к чему вы будете возвращаться снова и снова. Может быть, как в плохом смысле, так и в хорошем. Например, haunting beauty – да, вот это вот такая запоминающаяся красота. Это что-то, что так вас поразило, что с вами надолго останется. Это хорошо, да? Здесь haunting video, то есть видео, которое вы не скоро забудете, оно будет возвращаться в памяти все время. Last known sighting, запечатленное последний раз. То есть переводим так: видео, которое запомнят надолго и на котором в последний раз запечатлено судно «Титан» прямо перед тем, как оно исчезла в глубине океана с 5 членами экипажа на борту. Ну и к тому моменту, как мы записываем это видео, уже стало известно, что батискаф потерпел крушение, и, скорее всего, члены экипажа все погибли, обломки пока еще ищут. Но не будем о грустном, едем дальше. Cheating up! Love Island Villa in uproar as cheats are exposed in brutal new twist. Уф! Сплетни. Cheat up – это глагол. To cheat up – это изменять с кем-то, кто привлекательнее, чем твой текущий партнер. An uproar – это негодование, бурная реакция толпы, рев толпы из-за негодования. To be exposed – это быть увлеченным в чем-то, то есть тебя или твой секрет раскрыли. Brutal – часто люди используют в качестве слова брутальный. Забудьте об этом. Brutal не значит брутальный. Это слово так не переводится. Brutal – это жестокий. Если вы хотите сказать брутальный, то скажите manly, masculine, burly и куча других синонимов, что угодно, кроме brutal. New twist – это новый поворот в истории, да? Итого, наш заголовок. Love Island Villa in uproar as cheats are exposed in brutal new twist. Вся вилла острова любви, это реалити-шоу, взвыла от негодования после того, как изменщиков раскрыли в жестком новом повороте истории или сценария. A string of Love Island boys find themselves on the back foot tomorrow night after being forced into an embarrassing confession. A string – это обычная струна, нить. В данном контексте я перевела бы как вереница. On the back foot – классное выражение. Это обыгранный, да, то есть тебя обошли, ты находишься в худшем положении, чем твой оппонент. Что-то произошло, и ты теперь on the back foot. Вот все было хорошо, а теперь ты в затруднительном положении находишься. To be forced, форсить мы говорим по-русски, то есть вынуждать кого-то что-то сделать. Embarrassing – это позорный, тот, что приносит тебе смущение, да, какое-то. Confession – это признание. Итого, переводим. Вереница парней из острова любви обнаружит себя в очень неприятной ситуации завтра вечером после того, как им пришлось совершить позорное признание. Здесь вот нестыковка с tomorrow, потому что явно уже эпизод снят и рекламируют эпизод, который покажут завтра. Поэтому здесь говорят о прошлых событиях, но почему-то tomorrow. Это поэтому. On his Ollie days, inside Ollie Murr's wild stag do, as fiance Amelia shows off incredible bikini body on Marbella Hen. Holidays. Здесь игра слов на имени Оли и слово holidays, каникулы или отпуск. То есть holidays – это вот типа holidays, который Оли где-то там проводит. Stag do или hen do – это мальчишник и девичник перед свадьбой, фиансе, невеста или жених. To show off – у нас уже было сегодня это слово. Хвастаться, выставлять на показ как-то, да, так, что другие видят. То есть переводим так. На каникулах внутри дикого мальчишника Оли Мерса, в то время как невеста Амелия показывает невероятную фигуру в бикини на девичнике на Марбелле. Оли Мерс was left a broken man after a wild stag do abroad with pals. Оли Мерс сломался, да, или был просто разнесен в клочья после дикого мальчишника с друзьями за границей. The pop star 39 had a blast as he partied and drank his way through a list of cheeky challenges devised by his best mates. To have a blast – классное выражение, это очень круто провести время, уйти в отрыв. To party and drink your way through – интересная конструкция и формулировка, это значит пить, веселиться без остановки, пока что-то другое происходит, да? You can party and drink through the day, весь день, ну, то есть там дальше по контексту понятно. Cheeky – нагловатый,
Девайс — придумать, организовывать. Mates — друзья. То есть переводим так. Поп-звезда, 39 лет от роду, отдыхал от души, пока веселился и пил, выполняя челленджи, которые придумали для него лучшие друзья. На сегодня это все. Пишите в комментариях, какие новые слова вы узнали из этого видео. И до встречи в следующих выпусках. It's a party animal,